как чувствуешь себя после вчерашних личных соревнований? Хорошо, полна сил на сегодняшний день. Готова к командным. Не так давно, в апреле, ты победила в Санкт-Петербурге на соревнованиях. Силы были на этот чемпионат России? В каком состоянии подошла к нему? Силы были. Хорошо подошла, подготовилась. Угу. Все было хорошо до последнего боя. Немножко переволновалась, наверное, поэтому не получилось. Угу. А так я довольна своим выступлением. Хорошие бои, угу. Хорошие соперники. Всероссийские соревнования, чемпионат России, в Санкт-Петербурге соревнования, у тебя везде, ты на ведущих местах. Можно сказать, что находишься сейчас на пике формы? Я всегда на пике. Да нет, ну, так складывается, наверное, что я подхожу к этим турнирам в хорошей форме. Ну, вообще, да, подготавливаюсь к ним. Среди вчерашних боев какой можешь выделить, в каком было сложнее? Ой, самый сложный был самый последний, потому что не смогла себя перебороть. Сама проиграла. А интересный бой был с Юлей Гавриловой. Прям до последнего момента у нас такая борьба, красивые фразы. Вот это самый лучший бой. Не в первый раз ты встречалась на дорожке с Ковалевой. В финале как тебе советовал действовать тренер в этом бою? Не торопиться, но я торопилась. Главной причиной, то есть проигрыша, что ты считаешь все-таки? Считаю, что не смогла справиться со своими эмоциями. Вот это самое главное. Так все нормально шло. Только это, наверное. А как после этого чемпионата России ты можешь оценить свои шансы на попадание в сборную на Олимпиаду? Там как решат, на самом деле. Конечно, я буду рада, но как голосование будет, как тренеры главные решат. Уже от нас ничего не зависит. Выходя вчера на дорожку на финал, не думала о том, что вы принципиальные соперники с Ковалевой? Ой, конечно, ну, да нет, даже таких мыслей не было. Выходила свободно. Не было таких мыслей, нет. Ну и второе место все-таки скорее обрадовало тебя или расстроило, в общем? Ой, второе место, мне кажется, когда проигрываешь, всегда расстраиваешься. Неважно, ты за 32 проиграла, либо за первое место. Хорошо, что попала в финал, но плохо, что проиграла. Как командная сейчас? Готова снова фитовать? Да, я считаю, что у нас самая сильная команда, что мы сможем выиграть, победить. Но не будем загадывать, потому что тоже соперники не слабые у нас.